Я в дороге был. Какой может быть праздник в дороге? Нет, конечно. Нет, не отмечаю. Почему? Ну, не отмечаю. Вот. Нет. Почему? Не слышал об этом, занят был на работе. Ну, в любом случае, для государства разделение это не очень хорошо. Наш народ разделился, поэтому вот это скорбно. Вот. А там уже время покажет. Еще слишком мало времени прошло, чтобы делать какие-то основные такие выводы. Ни о чем. О том, что мы стали жить хуже. Нет. Ну, я просто про него не знал, про этот праздник, поэтому я его не праздновал. Тяжелый день. Жалко ребят, которые погибли. Очень жалко. Что, серьезная дата, поворот вообще в истории нашего государства? Нет, не отвечала. А вы знаете, да, это, ну, об этом нет, День достоинства и свободы сейчас. Да, знаю. Вот вы его не отмечали? Нет. А как вы вообще относитесь к этому дню? Ну, скорее никак, потому что он недавно, ну, как бы пришел к нам, да, а мы уже ценим больше традиционные праздники, которые с года в год всеми отмечаются, ну, то есть такого плана. Нет, к сожалению, не праздновал, потому что был в другом месте, где не попразднуешь. А что для вас значит оккупирован... этот день? Ну, для меня много значит. Украина есть Украина. Родная страна.